Я уже не первый раз делаю видеообзорчик на вот такую вот сумочку Michael Kors. Это моделька 2 в одном, которую можно носить как поясную сумочку и как кроссбоди через плечо на длинном ремешке. Как бы она такая, трансформер получается. Здесь есть длинный ремешок, вот он сейчас упакован просто, который по бокам, если вы хотите носить сумочку через плечо, крепится на вот таких карабинах. Вот с двух сторон, за металлические кольца. Вот если хотите носить как поясную, то этот ремешок снимается, регулируется по длине и продевается через вот эти вот петельки. И получается у вас поясная сумочка. Она сделана из зернистой кожи. Вот, очень качественно, не оставляет отпечатков пальцев и хорошо не видны никакие царапины. Фурнитура вся золотистая. Есть вот такой вот сбоку брелочек. Сейчас я вам его покажу. Сейчас мы его распакуем. Вот такая кожаная кисточка. Он съемный, он на цепочке идет. Есть снаружи вот такой кармашек небольшой. И внутри, значит, смотрите, с этой стороны большой кармашек с кожаной вот такой отделкой на всю ширину сумочки. И с этой стороны есть кармашек такой вот для каких-то карточек, он небольшой, такой тканевый. Вот. Сумочка универсальная, она небольшая, но сюда очень много чего поместится. То есть ключи, телефон, небольшая там какая-то расческа, все это сюда помещается.